Большой подорлик – это красивая и величественная птица. Этот вид находится под угрозой, на Земле их осталось всего несколько тысяч. Поэтому изучение их размножения и миграционных путей очень важно. Эти птицы гнездятся в лесистой местности. Особенно им нравятся переувлажненные леса рядом с болотами. Из-за этого добраться до их мест гнездования сложно. Но разве сложностями остановишь исследователей? Пробравшись через болота и бобровые плотины, наша группа достигла гнезда большого подорлика. Один из членов команды забирается на вершину дерева, где находится гнездо. С его приближением молодая птица начинает нервничать и недобро на него посматривает. Когда в конце концов слеток доставлен на землю, специалисты начинают свою работу по прикреплению GPS-трекера. Он легкий и компактный и не создаст подорлику серьезных помех. Солнечная батарея делает устройство абсолютно автономным. Подорлик, конечно, немного нервничает, но в целом переносит процедуру довольно спокойно. Когда все сделано, моя очередь подниматься на дерево, чтобы вернуть слетка в гнездо. Теперь трекер на спине у подорлика будет принимать сигналы от GPS-спутников, а затем передавать координаты через наземную сотовую сеть. Так мы сможем отслеживать пути миграции этого подорлика, которому мы дали кличку «Одуванчик».